И миру, друзья, с вами снова, как всегда, я Жабка, вы на моем канале, и вы думали, что я вам промокод не подгоню? Ребят, вышел новый промокод, вы думаете, это фейк? Не фейк, а я вам говорю, не фейк, не фейк, все стабильно, все красиво. Ребят, как всегда, ну, для тех, кто хочет активировать промокоды и всякую халяву, ребят, это не последний промокод, сразу говорю. Ставьте колокольчик на канал, колокольчик, прям строго сейчас ставишь колокольчик, обещаешь, да? Колокольчик ставишь и, собственно, идем использовать промокод. Что? В чем прикол? Собственно, промокодик реально вышел. Что нужно сделать? Это поставить, собственно, да, колокольчик. Вы поставили, заходим на сайт rewardffgarena.com. Только по ссылке в описании, потому что есть фейковый сайт. Сразу говорю, есть фейковый сайт. Не зайдите на фейковый сайт и не дайте свой аккаунт. Только на официальном сайте. Ссылку оставлю в описании на официальный сайт. Логинимся, у меня, например, вход через Facebook. Вот, собственно, залогинились, и тебе вот тут вот пишут, вот, hello, жаба YouTube, регион ру. Сюда вводим специальный промокод, он от Моргенштерна, сразу говорю. Вот, поэтому вот так вот делаем, конфирм, и все, я же говорю вам, от Моргенштерна все работает, алло. Ребят, вы думаете, это фейк? Нет. Короче, не знаю, сколько он будет работать, может час, может два. Идите, используйте, юзайте, не забудьте поставить колокольчик на мой канал. Ну а сейчас посмотрим, что там пришло. Мы заходим в игру. Честно, я не знаю, на что промокод, вообще без понятия. Но сейчас мы проверим. Но промокод на много использований, поэтому юзайте, просто, ну, просто юзайте. А я зайду в игру, чтобы вам показать. Ошибка сети, классная игра. Ну-ка, хочу показать вам. Так, я на аккаунте, там турнир идет. Всякие темы и промокод на Келли Стриж. Держи подарок Моргенштерна и слушай его новый альбом. Ну, такое, в принципе, но окей, сойдет. Грубо говоря, халява, просто еще одна халява. Ребят, юзайте промокод. Собственно, все, с вами был я, Жабка. С вас, как всегда, колокольчик, лайк. И увидимся в следующем видео. Всем пока!